Так, всем здравствуйте. Сегодня закрепим пройденный материал, по которому я уже говорил. Очередной случай, сотый, двухсотый, когда мастера других техцентров не знают об одной простой особенности данного двигателя. У нас сегодня Kia Sorento Prime. Она оснащена дизельным двигателем 2.2 D4 HB. Здесь у нас уже сажевый стоит, Евро 5 класс. Такой же двигатель устанавливается на Santa Fe, на Kia Carnival уже новые, даже сейчас на старый такой стоит. Вот. И D4 HAK, который 2 литра. Также он устанавливается Hyundai Tucson, Kia Sportage и Hyundai X35. Так вот, в этих двигателях штатная компрессия цилиндров от 19 до 23. То есть это норма, это нормально. Каким-то седьмым чувством человек почувствовал, что что-то неладное, и уехал из тех техцентров. Он проехал 4 техцентра. Это был и дизель-центр, и по отопленной системе, то есть, и это был также Starex Club, то есть по Hyundai. И все после замера компрессии сказали, что: о боже, как вы вообще ездите. То есть они сделали электронный замер и показало, что в одном там 19, в двух там 20 и 21. Еще раз напомню, это нормально, это хорошо. Пробег 140. Первый признак, если у нас компрессия отсутствует, это сразу повышенные картерные газы, это наличие сизого дыма по утрам, плохой запуск и так далее, так далее. То есть какие-то масляные пятна везде, то есть, появляются. Поэтому мы будем искать причину в другом. Проблема, что утром на холодном запуске машина работает жестко и неровно. Также увеличился расход топлива. Это может быть датчик массы расхода воздуха, который неправильно корректирует количество впрыск. Это может быть регулятор. То есть мы уже проходили, что на этих машинах от 100 тысяч, на этих двигателях необходимо чистить, ну в основном чистить датчики, так как у нас топливо очень плохого качества, все это забивается. Допустим, мы сперва что делаем? Чистим ДМРВ, моем регулятор, то есть это именно на работу топливных форсунков, как раз-то вот на предпрыске в холодную. И также проверяем датчик давления наддува. Ну, он, как правило, уже на таком пробеге выходит из строя, то есть он от 100 до 200 он уже отказывает. Сейчас сделаем первичную, посмотрим первичную. Также там беспокоят какие-то звуки мелкие, но это мы разберемся. Так вот, ему снимали форсунки топливные, ставили на стенд, сказали, что они все сломались, но отремонтировать они их не могут. Также мерили компрессию, сказали, что плохо. И вот сервисы из сервиса в сервис. То есть и везде говорили какой-то прям страшные вещи, поэтому он останавливался и ехал дальше. То есть в каждом из тех центров ему объявляли огромную сумму, то есть по замене всех топливных форсунок. А кто-то сказал, что нужно делать капремонт двигателя, потому что работает неровно, потому что с компрессией проблемы. И вот так он попал к нам. Да, посмотрим. Так, оно у нас 16-й год показывает. У нас по датчику наддува должно быть не ниже 47 расход воздуха в килограммах. По датчику давления наддува не ниже 1,1. Так, топливная система. Высокое отключение между целевым и текущим давлением. В истории ошибка. Я не знаю пока, что это такое, но просто я читаю и прям... Такие вещи проявляются, когда удаляют экологию. Но я не знаю, удалили здесь, не удалили. И заливают некачественную прошивку. И потом выскакивают непонятные ошибки, которых вообще не должно быть, в принципе. То есть там какие-то непонятные волны между датчиком распредвала и коленвала, к примеру. Ну, как правило, здесь может быть как регулятор. Опять же, смотрите, получается у нас скачки давления топлива. То есть скачки. То есть это может быть одна из форсунок, это может быть регулятор, это забитый регулятор. Если машина заводится на холодную и на горячую без проблем, можно предположить, что ТНВД в порядке. И подсоса воздуха в системе нет. Опять же, если где-то здесь лопается какая-то трубка, подсоса воздуха здесь не может быть на этой. Потому что в баке стоит подкачной насос, который не будет подсасывать воздух, а он выдавит топливо. И мы это увидим. Машина заглохнет.
Поэтому вот пока у нас, в принципе, есть с чего начать. Проверим и узнаем, работает ли и успешно ли работает регенерация. И когда она была последний раз. Тут можно узнать и по объему литров, и по сколько километров проехали. Счетчик запроса регенерации из-за нагрузки сажевого фильтра. То есть мы точно узнаем, сколько раз он включался с тех пор, как ее запустили, то есть сновья. И посмотрим, как он все это делал. Так, датчик кислорода тоже берем, он тоже для коррекции нам служит. Тем более сейчас в холодное время параметры нужны нам практически все. Так, смотрим. Вент двигателя, крутящий момент. Дифференциальное давление сажевого. Вот 16,4. Многовато, должно быть 7,8 холостой. Давление топлива ровно. Регулятор для, опять же, показатели все разные от года на этом двигателе, по-разному. Пробег все реальный, 142. Пройденное расстояние 323 километра назад включалось. Расход топлива вот 28 литров назад. Так, нагрузка в норме. То есть вот, смотрите, счетчик запроса. То есть регенерация за 140 тысяч проходила лишь только 3 раза. ЕГР закрытый правильно. Всегда, когда забивается после турбины, неважно, это катализатор, сажевый, неважно, турбина не дает передув, она дает наоборот недодув, потому что у нее появляется противодавление. Она не может взять воздух, потому что ее сзади подперли. Ну вот, турбинка показала 1,8. Мало. Должна показать от 2,2 до 2,5. Давление упало, клапан ЕГР открылся. Так, 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 так. Здесь вот по расходу воздуха все упало хорошо. Нагрузка должна увеличиться. Нагрузка увеличилась. И клапан ЕГР у нас вот он открылся. Теперь смотрим, как он реагирует у нас. Я должен прикасаться к педали газа, и он должен закрываться. А вот цепочку я вроде слышу. Ну-ка. Вот она. Жалобы, что по утрам заводит, гидронатяжитель ослабляется за ночь. Есть треск от цепи, а потом исчезает. То есть и в течение дня потом уже нету. Но вот сейчас я слышу цепь. Ее слышно только на горячую. На оборотах 1000-1100. Если медленно давать, то верхний части клапанной крышки я прям очень хорошо слышно. На предыдущих до евро 4 класса, то есть там с 10 по 14 год, цепи отходили по 250-300 тысяч. А вот, к сожалению, вот почему-то на евро 5 уже ходят поменьше. То есть вот 140, а цепь уже слышно. Ничего здесь нового нет. Как всегда, либо датчик давления наддува забит, либо датчик давления наддува не исправен. То есть судить о том, что с турбокомпрессором что-то случилось, рано, и поэтому надо сперва мы что делаем, то есть снимаем, моем, чистим датчик, только лишь потом делаем выводы. И обязательно, если давления наддува не хватает, надо проходиться по всем патрубкам интеркулера, то есть и по интеркулеру. Если у нас есть утечка, то там будет масляный налет. Также это может быть из-под прокладки впускного коллектора. Так, интеркулер в нижней части сухо, верхний патрубок сухо, на углу тоже сухо. Не надо тут быть каким-то невероятным человеком, просто посмотрели визуально. Если все сухо, значит все хорошо. Еще был такой задан вопрос клиенту. Он говорит, почему, если мне приговорили двигатель, что нет компрессии, мне приговорили форсунки, которые не работают, но она у меня идеально заводится. То есть и в 30, и 35, то есть минус 35. Он говорит, она прекрасно заводится и все работает. Почему такой диагноз? То есть вроде бы как бы не должно быть такого. Я говорю, потому что все это неправда, то, что вам сказали. Говорил я много-много раз, надо еще постараться, чтобы убить этот двигатель. То есть он такой довольно добротный, качественный. Вот. И очень мало людей, кто смогли это сделать. Даже причем бестолковые люди. Приехала девушка, и у нее вышел из строя датчик наддува по турбокомпрессору, вставала в аварийный режим. Новый 20-го года.
Гранд Санта-Фе или Санта-Фе, не помню, что-то такое, короче. И она приехала, и у нее... Посмотрите, как это вообще может работать. То есть вот эта штука считывает. Там внизу на сантиметр глубиной есть два отверстия. И там стоит мембрана, на которую давит давление воздуха, и датчик считывает. Что здесь можно считать? Ничего, абсолютно. Чтобы вы понимали, насколько там толстый слой. Вот так как-то. Здесь тоже вон она. Там маленькая-маленькая дырочка у нас осталась. То есть коллектор тоже забит. По коллектору в идеальном варианте, да, его снять, помыть, все почистить, конечно. А пока мы этого трогать делать не будем, оставим в рекомендации. Дело в том, что, ну, как правило, когда забивается, у нас, как говорил уже во многих видео, там залипают заслонки, и актуатор холодного переменного впуска дает нам ошибочку по коррекции его работы. Поэтому пока... Сейчас вот так уберем отсюда. Немножко эту гадость, чтобы она туда не упала. Это наше топливо тут вообще прям. А сейчас еще когда спрошу, скажет, да это Лукойл. И если вы заметили, что у вас расход топлива увеличился там литр, полтора, два, да? Как правило, то есть, либо датчик вышел из строя, либо он забит. Ну вот, все здесь. Ну-ка, что там? Да, будем писать рекомендации о промывке коллектора. Ну, здесь есть плюс промывки. Во-первых, то есть все это заработает. А во-вторых, прокладка впускного коллектора, это неизбежно. То есть настанет день, и она начнет выкидывать масляный налет и загадит тут все. Вокруг, поэтому... А даже вон она уже пошла. Получается, через вот эту толщу здесь буквально было больше сантиметра. Необходимое давление для правильной работы. Просто не доходило туда. Этот гаденыш может сломаться как... полностью, так и может сломаться, допустим, нижнюю часть. То есть у вас будет подхват, а в верхней части, допустим, ну, от средних до максимальных, он будет работать неправильно. Или наоборот. Еще раз проверяем, если правильно, корректно работает, тогда мы его оставляем. Если нет, ну, по сути, его дни уже сочтены. Ну вот, смотрите, 2,1. Почти дотягивает. Только после чистки всех вот этих датчиков можем точно сказать, что наш датчик давления надуло, да, он работает, в целом все будет хорошо, но он уже начал уходить потихонечку. Сейчас продолжим. Датчик надува заменим. Снимем приводной ремень, послушаем навесное оборудование еще. Что-то там не так. Вот, снимем ремешочек, посмотрим ремень, ролики, по утрам какие-то идут звуки. И будем мыть регулятор. Его снимем и будем мыть его в ультразвуке. То есть помоем, почистим. Люди приезжают, и вот появляются некие такие проблемы. Плохой запуск, некорректная работа, то есть расход топлива и так далее, и так далее. То есть, поэтому вот сейчас мы все это помоем, почистим, что-то заменим какие-то. Ну, но обойдется это в 10 тысяч максимум. То есть это будет 10 тысяч, и можно ездить дальше. Ну вот, в принципе, не делая замену топливных форсунок, не делая капремонт двигателя, мы сейчас ее поставим на ход и думаем, что наш клиент будет счастлив. Ну все, всем пока, до новых встреч.